Губернатор Алексей Кокорин выступил за сохранение льготной ипотеки. Об этом стало известно на совещании с руководителями строительной отрасли, экономики, социальной сферы, финансового управления области, представителей застройщиков и банков. По данным Департамента экономического развития, за 9 месяцев текущего года число выданных ипотечных кредитов на рынке региона составило более 4 тысяч. Через Курганскую ипотечно-жилищную компанию выдано 244 льготных кредита на 315 миллионов рублей. Расходы областного бюджета по субсидированию процентной ставки в текущем году составят 320 миллионов рублей. Глава Зауралья поставил задачу перед финансовым управлением области изыскать 60 миллионов рублей на субсидирование процентной ставки в 2016 году, сверх тех расходов, которые несет областная казна по обслуживанию ранее выданных займов. Подводя итоги совещания, Алексей Кокорин поручил разработать эффективный механизм использования бюджетных средств и сделать возможным снижение первоначального взноса при выдаче ипотечного кредита.